Привет, друзья, подписчики и просто гости канала. Наступила в Сибири зима, привезли мне уголек. Вот решил я вас познакомить с конструкцией вертикальных подъемных ворот. Дровник у меня большой, дровник углярка совмещенная, 24 квадрата. Ворота снаружи выглядят вот так, как цельная стена. Вот здесь сверху сделан нахлест, уходит профнастил под низ. Здесь тоже сделан нахлест, тоже профнастил уходит под низ, чтобы дождь, снег не попадал. Сейчас покажу, как все это выглядит внутри и как поднимается. Здесь сварены две рамки. Вот одна рамка. Вот вторая рамка. Между собой рамки эти соединены шарнирами. Обычными точенными шарнирами. Вот один шарнир. И вот здесь второй шарнир. Верх сделан другим способом. Здесь пластина соединена штифтом, чтобы когда ворота складывались, чтобы верхний нахлёст не задевали. Вот здесь вот два упорчика приварены, чтобы ворота чрезмерно не открывались с одной и с другой стороны. Вот здесь вот уголок, по которому бегает подшипник, который внизу стоит. И здесь тоже уголок такой же приваренный. Привод тросовой. Вот трос идет снизу через шкивок на второй шкивок. И еще один трос идет вот сюда вниз. Поднимаются они тоже шкивком. Вот такая немудреная конструкция, на которую через два вот эти шкива идут тросы с обоих сторон ворот. Поднимаются они вот так. Очень легко. Вот так вот. Фиксируется просто штифтом насквозь. В отверстие. И получается снаружи вот такой огромный трехметровый практически. Ну не практически, трехметровый, да. 6 метров длиной. Трехметровый проем. То есть вполне подойдут и для гаража. Ну и уль кидать удобно. Не в маленькое окошко, как обычно делают, а в такой большой проем. Спокойно можно транспортировать. Вот они, шарнирчики, там и там. Вот такие воротца. Опускаются тоже очень легко. Вытаскиваем штифт и опускаем вниз. Потом немножечко прижимаем. И вот снова получилась стена. Для того, чтобы предотвратить открывание ворот снаружи, здесь просверленное отверстие с одной и с другой стороны. В профтрубе нарезана резьба и болтиком на 12 фиксируются они, притягиваются. Так как они открываются пару раз в год, то в принципе такой фиксации хватает, недолго болтика крутить. Но если для гаража, можно будет какую-нибудь другую фиксацию придумать. Вот такие
не мудреные, но очень удобные, практичные ворота. Всем пока, до новых встреч!